В Ноябрьске продолжается региональный этап школьной олимпиады. В первой гимназии сегодня стартовали состязания по химии. В них принимают участие 28 ямальских школьников. Торжественную церемонию открыла первый заместитель директора окружного департамента образования Марина Кравец. После чего она пообщалась с педагогами, которые стали обладателями гранта «Новый учитель Ямала». В Ноябрьске их четверо. Замдиректора департамента поинтересовалась, как идет реализация инновационных проектов у педагогов и предложила помощь департамента.